Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube-канала «Радости частного дома». И сегодня я вам хочу показать вторую подкормку огурцов. Подкармливать огурцы я буду биогумусом. Очень хороший препарат. Итак, смотрим. Вот этот вот препарат, который называется у нас биогумус-концентрат, то есть концентрированный раствор. Здесь есть специальная таблица, очень удобная, очень доступная. Как разбавлять этот препарат с водой. Что такое биогумус? Биогумус – это биологически активное, экологически чистое и натуральное органическое удобрение. Оно образуется при переработке органики в почве красными калифорнийскими червями. Влияние биогумуса на растения стимулирует рост и развитие корневой системы, ускоряет прорастание семян, повышает иммунитет растений к различным заболеваниям. Стимулирует цветение, ускоряет созревание плодов, повышает их вкусовые качества и урожайность, препятствует накоплению в растениях нитратов. Теперь нам необходимо этот препарат развести с водой. Согласно инструкции, которая указана на бутылке, я развожу 30 мл на 10 литров воды. Хорошенько все тщательно перемешиваем и идем подкармливать огурцы. Вот так вот выглядят после подкормки гуматом мои огурцы. Прошло у меня ровно 10 дней, и теперь я их подкармливаю вот этим вот замечательным препаратом, который называется биогумус. Выливаю я ровно 1 литр под один корень. Обязательно перед подкормкой надо полить огурцы. Вот так вот выглядят мои огурцы. Как видите, очень хорошая листва, зеленая. Все ему хватает, все ему хорошо. Уже вот начинают появляться маленькие-маленькие огурчики. Так что всем вам желаю хороших и больших урожаев. Берегите свои огурчики, подкармливайте их. И все у вас будет хорошо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока!